Мы видели обстрелы, сидели в погребе с детьми. Погреб капал, и пришлось нам оттуда выехать. Нас вывезли с села волонтеры. Ехали мы под обстрелами. Было очень страшно. В чем приехали, и все. Вещей не было, обуви не было, телефонов не было. Это все покупалось. Выплат ВПО не хватает. Я пошла работать, вот помогаю фасовать гуманитарную помощь людям. Мы видели, что есть помощь от ЮНИСЕФ для многодетных семей. И заполнили анкету на сайте. Я благодарна, что ЮНИСЕФ мне помог, и я детям каждому купила телефон. И мне. То, что они захотели, мы пошли и мы купили. Я купила им те же пледы укрываться. И обуви. Да, и обуви купили.